Напевно, нікого не здивує констатацією факту, що туристичний бізнес зазнав удару від світової кризи. Та особливий клопіт додала природа своїми раптовими впринками. Однак турист не здається і наполегливо шукає нові цікаві напрямки та маршрути. Підсумувати 2010 рік ми попросили комерційного директора туристичної компанії «Сам». Не можна сказати, що от всі проекти, які ми планували в 2010 році, вони состоялись. Але в цілому я можу оцінити рік як положительний. Тим більше приємно, скажімо так, осознавати. Буквально на днях ознайомилася з офіційною статистикою по виїзду і прийому в Україні. Я маю в виду організовану частину выезда и приема в Украине. И если в целом по Украине организованный выездной туризм уменьшился по сравнению с 2009 годом на 16%, то у нас этот показатель составил где-то в районе 7-8%. Когда ты сравнил свою статистику с общей статистикой, которая присутствует на рынке, то ты понимаешь, значит, у нас не все так плохо, а можно даже сказать хорошо, раз наш процент отставания меньше, чем в цілому він був по Україні. На ринку туристичних послуг дещо вирівнялися ціни. Так, звичний та прийнятний відпочинок у Туреччині нині майже зрівнявся з цінами на європейських курортах. Тому і значна частина туристів 2010 року обрала Адріатичне узбережжя, Грецію, Іспанію. Уже традиционно несколько лет подряд увеличивается спрос на направление Адриатические, Хорватия, Черногория. Ну, опять-таки, достаточно простой вариант выезда, не нужны визы. Хорватия отменяет визы для украинцев уже 2 года подряд на период именно действия чартерной программы. Мы очень надеемся, что в 2011 году это тоже произойдет. Поэтому бесспорно интерес к Хорватии, к Черногории есть. Тем более, что если мы говорим о ценах на туристические поездки, то цена на туристическую поездку там в ту же традиционную Турцию безвизовую, она не очень сильно отличается при хорошем уровне гостиницы, при хорошем качестве отдыха. Она не намного отличается от цен, например, в ту же Хорватию или в ту же Черногорию. Поэтому человеку, который ездил там 3-4 года подряд отдыхать в Турцию, наверное, уже интересно поменять место отдыха и поехать в какую-то другую страну, поехать в Европу. Я считаю, что в этом году очень удачный проект, прежде всего, это Испания для нас и в целом, наверное, для Украины, потому что за последние 3 года первый раз в этом году по Испании у нас стало намного спокойнее процесс оформления виз. Очень приятно осознавать, что посольство Испании и консульство Испании в Украине повернулись лицом к туризму, именно к туризму, к туристическим фирмам. И вопрос не в том, что документов стало меньше, но какое-то понимание к проблемам туризма, к тому, что клиенты, которые едут, какие они могут предоставить документы. В этом году намного уменьшилось количество приглашений потенциальных туристов на собеседование в консульство. Если в прошлом году, ну, наверное, каждый третий турист у нас приглашался на собеседование, то в этом году за весь сезон, ну, не знаю, ну, может быть, 2-3 человека всего лишь навсего были приглашены на собеседование, и в результате визы им были даны. Поэтому вот поворот консульства в сторону, скажем, туристических фирм, он, естественно, сразу же дал результат, и очень приятно, что у жителей Украины возобновился интерес к Испании, восстановился интерес к отдыху в Испании и в районе Барселоны. В этом году была чартерная программа на Майорку, поэтому на Майорку тоже ездили украинцы и оставались все довольны. Масовий туризм зазнав іще деяких перетворень, а саме традиційні екскурсійні програми втратили своїх клієнтів, бо вже їздили, дивилися, хочеться щось новенького та цікавенького. До того ж, нині можна і через інтернет замовити собі програму. Отож, туристичним компаніям є над чим поміркувати, аби зберегти своє лідерство.
Я считаю, что мы остаемся лидерами в том, что мы предлагаем разнообразие продукта. Мы не стоим на месте, мы ищем новые предложения в одной и той же, во Франции, в той же Франции, в той же Италии. Можно предложить намного больше продукта, ну, извините, профессиональный термин, намного больше можно предложить туров, чем это было, например, 3 или 4 года назад. И мы работаем прежде всего в этом направлении. Для того, чтобы сделать наши предложения гораздо более многообразными, интересными для тех, кто хочет посетить ту или другую страну. Влітку 2011 року туристична компанія SAM буде святкувати свою 20-ту річницю. І саме тому хочу дізнатися, як саме відзначатиме ювілей. Все это готовится, все это предполагается. День рождения у нас будет в июле месяце. Поэтому как раз разгар активного туристического сезона. Поэтому все сюрпризы у нас наши туристы будут получать прежде всего, естественно, в активный летний туристический сезон. И, в общем-то, это уже для нас традиционно. Прежде всего, все сюрпризы и все подарки будут для клиентов. Цікаво-цікаво. Що ж за сюрпризи очікуватимуть клієнтів? Та впевнено, можна сказати лише одне. Хто за 20 років існування компанії не змінив свого туристичного коня, обов'язково буде у фаворі з виграшем та сюрпризом.